Простите. Я спою песню Михаила Капустина. Это... Она называется... Как она называется? Это ария из еще пока не поставленного мюзикла «Русская литература». Ария Александра Сергеевича Грибоедова. Как-то они все... Возглас из народа. А говорил, говорил, сюда он больше не ездок, не ездок. А смотришь ты, выходит Грибоедов. Я физик, лирик, музыкант. Поэт, мне внятен мир и в мире всяк. Предмет, мне внятен говор чужих глаголов и скромный гений местоимений. Призванье музы, отчизны узы, я все постиг, испытал, измерил. И я искал, чем услужить стране, склонить ли к миру или весь мир. К войне слагать ли сказы, гранить алмазы, взрывать ли скалы, давать ли баллы, твердить уроки, мастить дороги, что ни возьми, тут конца не взвидишь. Здесь слишком много земли, что ни крик, то вдали, что ни флот на мели, без моря. О, кем мне сделаться, каким мне стать, чтоб быть родимой стороне, подстать, играть с волнами, расти чинами, пойти в мессии, восстать России на поле брани, послом в Иране, уже заметит, поймет, оценит, как ты в отечество глаза застлал, куда ни глянь, повсюду мрак. Развал, что хочешь, делай, печатай денег, ищи, где густо, руби в капусту, хорей мусоль свой, езжай с посольством, а все не кстати в разлад, без толку. Тут слишком резво бегут, слишком мертво лежат, слишком долго сидят по тюрьмам. Я создал горе от ума, и вальс я постиг, что ненавижу вас, тупые рожи, рабы-вельможи, борцы-калеки, хохлы-обреки, купцы, кацапы, попы и папы, все будто с пальмы сегодня слезли. Любой дикарь, в кого не ткни, свой перс, что друг калмык, что армянин, что перс, уже эти персы дадут мне перцу. Для них посланник, извечный данник, придут толпою творцы разбоя. Смотри, они уже лезут в двери. И я допросился судьбы, достучался во лбы, доигрался, увы, в мессии. Ломают, колют, режут, рвут в куски, что не отнять, долой-то жмут в тиски. Топчите, гады, я знаю, надо. Пять ран смертельных сияют в теле, еще 500, и буду годен я, полномочный посол в Россию. Живым попробуй обустрой ее, когда повсюду мрак, гробы, гнилье, подать карету. Теперь я еду, бегут еще бы дорогу к гробу. Ездок обеспечен, он нынче вечен, теперь он просто отменный ездок. Сюда!